Итак, еще одна посылка приехала. Опять это все войдет в серию разведения, размножения оманок. Давайте посмотрим, что тут. Сейчас пока камеру поставлю. Неудобно одной рукой это делать. Очень качественно упаковано. Сколько вот людей мне попадалось, продавцов, все попадаются ответственные и серьезно подходящие к своему делу, к тому, что они продают. Это радует. Так, ребята, сейчас открываем. Тут у нас еще одна коробка. Сейчас мы ее тоже откроем. Посмотрим, что же тут у нас. Так, газеты. Пенопласт. Пенопласт в сторону. Все, видите, как упаковано. Знатно упаковано все. Так, коробку пока в сторону убираем. Развязываем пакетик. Смотрим, что же у нас в пакетике, ребята. Так, резко сейчас наведем. Есть. Итак, а тут у нас оманки. Смотрите, сейчас будем их адаптировать. Итак, поехали. Тут две у нас штучки. Подписано. Самец. Есть. Один. Тут тоже парочка. 5. Еще парочка. 7. Так, еще парочка. Все живые. 9. Еще. 11. 13, 15, 17, 18. Подписано. Самочка жовта скинула личинку, та полыняла. Так, есть. Эксперимент по выживанию. Спасибо, Паша. Эксперимент по выживанию. Сейчас смотрим. Все живы. Тут трупов не вижу. Смотрим, что тут у нас есть. А у нас тут раз... Две креветки. Да, две креветки тут. Тут две креветки. Итак, ребята, это креветки омана, которые приехали ко мне и которых я буду пробовать размножать. Вот, сейчас буду переводить их на свою аквариумную воду, а это уже будет как-нибудь в другом видео. Всего доброго!